Ну, можете честно сказать, откуда? Он продал ее, пропил или что он? Откуда у вас эта гитара? Что? Я думаю, что у друга на даче. Это гитара его брата, его отца. Ну вот, вот третью струну вы меняли сегодня же, я вижу. Ну, сегодня я ее менял. Третью струну. О чем вы говорите? Я приклеил шести вот это вот. Она была семиструнка. Вот я приклеивал лично к ней еще 2 недели назад. Приклеивал для шестиструнки пороже. Ну вы можете сейчас пройти со мной вот до 6-го выхода в метро? Давай лучше, знаешь что? Что? Вот сейчас позвони моему другу, блин, и спроси у него, чья это гитара. Это гитара брата его отца, который умер, блин. Сейчас я вам покажу видео, на котором я вчера на ней играл. Фу, блядь, заебался бежать. Отбой. Гитара на месте. Представляете, как похоже? Как похоже. И карандаш тоже воткнут. Точно такая же гитара. Да я сейчас чувака в Сбербанке встретил. Точно такая же у него гитара. И карандаш воткнут. Я думал, у тебя украли или что. Я, да, мужика в цапе, иди сюда, бля, говорю. Ух. А? Тема какая? Чё? Тема какая? Насчет чё? Тема какая? Тема. Я думал, гитару спиздили у губы, блин. Чувака сейчас встретил в Сбербанке, у него точно такая же гитара. И карандаш воткнуть главное. Саша, а ты деньги получал или... Какие? Отправить надо 300 рублей в Калининград. Не, пока ничего не было. Какая тема там? Где какая тема? Рассказывай. Ну а что рассказывать, я не знаю. Что сегодня за ночь приобрел? Не. Я еще один бургер пришел, какой-то сырный такой, сырный курки. А. Знаешь, да, ты? Антон приходил, не? Ну, не, что там? Все, гитара, 100 рублей. Ну ладно, отбой. Гитара цела. Слава богу.